Добрый день! Сегодня, в такое нелегкое время, когда надо поддерживать иммунитет, мы с вами приготовим очень легкий, но очень действенный напиток. Он состоит из лимона, мяты и имбиря. Обычно я его приготавливаю холодным, в графине, настаиваю 8 часов и добавляю еще туда свежий огурец. И он еще тогда является мочегонным напитком. Имбирь, как вы знаете, дезинфектор и поддержит иммунитет. Витамин С тоже способствует укреплению иммунитета. Но сегодня у нас плохая погода. Мы поступим следующим образом. Мы нарежем лимон. Употребим мяту, как обычно, только не в графин, а в чайничек. Порежем лимон и имбирь. Возьмем на чайник вот такой достаточно крупный кусочек. Этот напиток будет такой ядреный. Я очень люблю ядреный, я пью его неразбавленным. При вот такой пропорции его можно заварить, он постоит полчаса, и его можно один к двум разбавлять с кипяточком. Это будет как чай. Ну, кто хочет, может добавить мед, что тоже, в принципе, полезно. Я стараюсь употреблять меньше сладости, поэтому сейчас мы порежем имбирь сначала, почистим его. Сейчас вам покажу, как я это делаю. Делаю это следующим образом. Он очень легко чистится ложечкой. Сейчас мы почистим этот кусок. Мы подготовили лимон, потерли на терочке имбирь. Сейчас мы это все положим в наш чайничек и зальем кипяточком. Можно даже немножечко отжать. Здесь будет очень ядреный, здесь пропорция достаточно такая серьезная. Поэтому этот напиток неразбавленно будет очень ядреный, но мне очень вкусно. А еще хотела добавить, что этот напиток придает жизненные силы и бодрежа добавляет. Так что вот сейчас мы зальем кипяточком. Вскипел наш чайничек, заливаем. И будем укреплять наш иммунитет. Он такой симпатичный получился. Сейчас настоится. И через полчасика его можно попить как чай. Ну, можно медку добавить, можно не добавлять. Ну вот, все. А теперь ждем полчаса. Напиток будет готов к употреблению. Итак, наш напиток готов, настоялся. Сейчас мы будем его употреблять. Вот, из красивой чашечки мамочка подарила мне. Моне. Так, наливаем наш напиток в чашечку. У него исходит очень приятный аромат лимона, имбиря и мяты. И вот, сюда вы можете положить, как я сказала, уже мед, сахар. А еще можно его взбодрить следующим образом. Вот у меня есть ликер Контро. На это количество мы добавим грамм 25. И будет очень вкусно. Или можно даже сделать такой горячий коктейль. Добавить 20 грамм Куантро и грамм 15, допустим, коньяка. И будет пальчики оближешь. Сейчас будем пробовать. Вот мой коктейльчик готов. Изначально я добавила Куантро сюда. Он придал аромат зеленых апельсин. И немножечко подсластил напиток. Это было вкусно. И потом я добавила еще немножечко коньяка. И очень получилось вкусно. И кому не за руль, это и согреет, и придаст настроение. Приятного чаепития!